Онлайн-сервисы для жизни и бизнеса, цифровые девайсы и интернет-магазины, платежи, кредиты, банковские карты и даже ипотека тоже онлайн. В год пандемии, особенно весной и летом, когда часть жителей края попали под самоизоляцию, редкий клиент Сбера не оценил удобство новых сервисов быстрых покупок и переводов. Прошлая весна дала ход дистанционным сервисам через интернет-эквайринг за счет 60 компаний экосистемы Сбер. У всех на слуху Delivery Club, Такси Сити Мобил, онлайн-кинотеатр Ока, Сбер Мобайл. Продемонстрировал свое удобство и сервис Сбермаркет. Это доставка продуктов Сбер Е-Аптека. Сейчас в Красноярске доступен самовывоз лекарств при заказе через сайт или мобильное приложение. Первая аптека будет открыта в третьем квартале этого года. Особенно своевременно запустился сервис Сберздоровье, где можно получить онлайн-консультации врачей. Вклады населения и предприятий выросли на 20%. В компании подсчитали, 76% кредитов выдается онлайн. За год выросла доля выдачи потребительских займов, процесс стал проще. Не нужно было выходить из дома и, в конце концов, даже тратить бумагу. Крупные и малые компании в кризис тоже активно обращались в банк. Могли брать кредит под 2%, чтобы защитить свой бизнес. На кредитование выдано 7,7 миллиардов рублей. Почти безвозвратно. Минфин полностью гасил кредиты большей части заемщиков. Это реструктуризация кредитов для корпоративных клиентов, для частных клиентов, переноса срока платежей. Очень много было нестандартных решений с точки зрения того, что были сложности с регистрацией сделок по ипотеке, с выдачей банковских карт. Начиная с апреля месяца мы практически полностью перешли в режим электронной регистрации, но в тех ситуациях, когда необходимо было выехать на дом, наши специалисты в том числе делали и такие нестандартные ходы, когда заключали сделки непосредственно в тех местах, где удобно для наших клиентов. Выдача карт велась прямо на предприятиях. Впервые инкассаторы доставляли пенсии на дом. Но особенно популярна среди жителей стала услуга выдачи кредита по программе господдержки. Ипотека под 6,1% со скидкой при онлайн-регистрации. Общая сумма выданных кредитов с господдержкой вышла рекордной – почти 11 миллиардов рублей. Пока программа доступна до 1 июля. Совсем скоро в Красноярске появятся и новые комфортные флагманские офисы Сбера. Два в Центральном районе, по одному в Советском, Железнодорожном и Ленинском. Я очень рассчитываю, что это произойдет там не в конце, а где-то в середине четвертого квартала, для того, чтобы уже в этом году могли попробовать и протестировать все наши сервисы. Сбербанк продолжит социальные и экологические проекты. А 5 июля при благоприятной эпид-обстановке состоится зеленый марафон. Организаторы обещают много сюрпризов и новые форматы.